Спать под кроватью ночную, с черной ямой страшный страх. Благодарю я тебя за мой огромный Thank you.
кто это эти слова? Яркими птицами, ясными смыслами бьется и звук. О, моя строка, ты непредсказуема и жива. Подари мне, любимая, смысла на том. Thank you.
знаешь что? Практичная любовь, комфортабельная истина, в рассрочке со скидками, но не то. Привычные очки и незаметные искажения. Мы думаем с детства, что мы — это то, что вокруг. И принимаем без возражений сторону торжества, вскинутых вверх рук. Но он зовет беззвучный голос внутри, спрашивает, что на самом деле имеет значение. Кто ты такой? Зачем тебе дана эта жизнь? Сколько можно безвольно плыть по течению? И он ведет, он нашептывает, крича, складывая все события в сакральную ванну. Увидеть свой путь, завязку в ночи, вот что мне нужно, вот что действительно правильно. Делом школа, понимаешь, надо в жизни заниматься делом. Поворот у всех, работа, дом, работа, его футбол, друзья. Но есть помимо ноги что-то, это голос сердца. Это желание жить, не существовать, а радоваться и любить. И только великая тайна, но тут тебя знает, как этот путь пройти. И правда и тебя орать. Слушай, это голос, обрети свое детство снова. Счастье в мире вокруг, оно словно привет из дома. Когда ты выиграешься в песочнице этой планеты, мы потом видим, что домой. Один настоящих трудов в своей душе. Не покупайся, не разменивайся на клише. И что вокруг себя не удержишь, и все потеряешь. Чтобы всегда будет с тобой, и ты это знаешь. Что практичная любовь, комфортабельная истина, в рассрочке со скидками, но не то. Привычные очки и незаметные искажения. Мы думаем с детства, что мы — это то, что вокруг. И принимаем без возражений сторону большинства вскинутых вверх рук. Но он зовет беззвучный голос внутри, спрашивает, что на самом деле имеет значение. Кто ты такой? Зачем тебе дана эта жизнь? Сколько можно безвольно плыть по течению? И он ведет, он нашептывает, и крича, складывая все события в сакральную мандалу. Увидеть свой путь, не завязан в мелочах. Вы что мне нужно? Вы что действительно правильно? Учишься владеть делом школа, понимаешь, надо в жизни заниматься делом. Круговорот у всех, работа, дом, работа, пиво, футбол, друзья. Но есть помимо вроде что-то, это голос сердца, это желание жить, не существовать, радоваться и любить. И только великая тайна внутри тебя знает, как этот путь пройти, и правда у тебя. Слушай, это голос, обрети свое детство снова, счастье в мире вокруг, оно словно крылья. Yeah.
получается раньше. Ну, успеем еще, у него есть пока столько.